А ты знаешь, что оставлять кляксы на зеркале некрасиво и очень опасно? Особенно, если ты купил это зеркало у старухи. Со Светой и Катей случилась одна очень страшная история. Смотри. Света, ты не хочешь помыть зеркало? Нет. Тут от твоей тоналки следы. Это все кукла. Вранье. Я аккуратно крашусь. Катя стала обводить помадой по контуру. Короче, чтоб помыла, а то вон какой уродец получился. Катя ушла. Света так и не встала с дивана. В дверь позвонили. Кукла открыла. Кто там еще? Это бабка ко мне. Мы на танцы пойдем. А это что? Да, Катя пятно взяла. Трехрукий уродец. А я вот еще второе обведу. Не надо. Какой урод получился. Это ж мое зеркало. Зря на нем рисуешь. И улыбочку добавлю. Мы пошли. Фу, жуткий. Света одна дома, пьет чай. Тут услышала клацанье зубов из комнаты. Надеюсь, это кот. Но это был не кот. Света принялась звонить Кате. Алло. Катя, в зале стоит человек. Он как слон. Одна нога. Что? Животное в доме? Да не животное. Он как уродец в зеркало. Что он делает? Стоит, улыбается. Глаза пустые. Он там один? Да, один стоит. Он нас понимает. Головой Маша. Что, не один? Катя, походу мы зря обвели кляксы на этом зеркале. Только не говори. Тут еще трехрукий. Как тебе история? Понравилась или нет? Напиши в комментариях.